Володарское шоссе – пересечение с аэропортовской трассой. Первая дорожно-строительная техника появилась здесь еще 3 месяца назад. Многочисленные экскаваторы, самосвалы, катки, грейдеры. Масштабы, темпы впечатляют. Успеть нужно к маю. Именно тогда по планам выездом смогут пользоваться автомобилисты. Сейчас выполняются работы по выносу сетей из зоны застройки. Также выполняется работа по снятию ПРС и устройству земполотна. Работаем круглосуточно на этом объекте. Стараемся успеть к маю, к открытию съезда. Будет построен двухполосный съезд протяженностью около 600 метров с переходно-скоростной полосой, что позволит автомобилистам выезжать в Москву по аэропортовке, минуя проблемную развязку с Каширкой. Этот выезд стал первым этапом большой реконструкции Каширского шоссе, который изменит его буквально до неузнаваемости и позволит существенно разгрузить данный участок дороги и решить проблему пробок. Проект, который, конечно, гораздо значительнее, чем просто съезд с Володарского шоссе на А-105. Это реконструкция Каширского шоссе от поселка совхоза имени Ленина до Белокаменного шоссе со строительством 3 развязок, включая вот эту самую нашу проблемную, где пересекается Каширка с Володарским шоссе. Дорогу расширит до 6-8 полос движения. Общая протяженность 16,5 километров. Все работы планируется завершить до конца 2025 года. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.